предложение правительству. Ну, вот какие бы меры поддержки вы предложили? Ну, чтобы деньги, ну, большую сумму денег перечисляли людям, потому что, насколько я помню, там 12 тысяч всего перечисляют. Вот. Ну, мне кажется, это мало для тех людей, которые сейчас вообще не работают, у кого, может, у кого-то вообще никаких сбережений нету. Ну, масок вроде мало, да? Да. Ну, больше масок бы завезли. А еще? Ну, может быть, есть какие-то нужды прям необходимые? Зарплату полную, а не половину. Или не минималку хотя бы. Потому что корпорациям не хватает денег, и из-за этого идут сокращения. Мер как таковых не появилось на самом деле. Не было никаких требований. Все, как мне кажется, штрафы по поводу того, нарушения режима самоизоляции не являются юридически обоснованными, потому что, к сожалению, нет никакого постановления правительства, которое вводит режим ЧС, либо какого-то карантина. Ну, надо на улице выходить побольше. После дома хоть гулять. Дома сидишь, вообще невозможно сидеть. Чтобы людей выпускали гулять на улице? Ну, возле дома, да. Возле во дворе своем.